Благоустройство двора собственными силами. Следующий сюжет о жителе Дербента, который сам приводит в порядок свой подъезд и двор. Мавлуд Мавлудов решил не дожидаться помощи управляющих компаний и самостоятельно привести окружающую территорию в надлежащий вид. Подробнее о герое нашего времени моя коллега Патимат Ханапова. Своевременно ремонт подъездов и уборка дворов. Для жителей Дагестана это поистине наболевшая тема. Так и у героя нашего сюжета Мавлуда Мавлудова. Мужчина делится, устал каждый день проходить через мусорный двор и запущенный подъезд. И раз управляющие компании не берутся за дело, то инициативу он решил взять на себя. Побелку я здесь сделал, я на пенсии, что в моих силах, а так очень грязно было, как его. И во дворе уборку делал. Одному очень тяжело. Если мы все будем это делать, и во дворе порядок будет. Детям, я же вам говорю, некуда выйти. Живет Мавлуд в многоэтажке на Агасиева, 22. Однако убирает он не только территорию этого дома. Еженедельно мужчина устраивает субботники на соседних улицах, на которых выполняет большой объем работы по очистке дворов. Мавлютин очень хороший человек. Он смотрит за этим домом. Выходит, замечания делает, чтобы в подъезде было чисто. И очень хороший человек, уважаемый. Подъезд повелел за свой счет. Хоть даже здесь, которые живут жильцы, не дают деньги, он от себя, от своего кармана все это делает. Побелил подъезд, покрасил лестничные перила, вымел окна и очистил дворы от мусора. Но на этом список своих добрых дел Мавлуд не собирается заканчивать. Он уже распределил, куда потратить свою следующую пенсию. Ну, мне много хочется делать, много не получается. Вот, а так сложа руки сидеть не буду. Что-то надо делать. Я вам еще раз повторяю, рад в своей желудке не надо жить. Я хочу теперь плитку тоже ставить. Что плитка, то видите, как здесь страшное дело. Но говорят... Из своего кармана? Из своего кармана. Что деда, кто деньги даст? Собирать не могу. А ремонт как будет через 15-20 лет делать. 20-15 лет, как его, ждать не нужно. Чтоб чисто убран был. Мне за это платить не нужно. Мне ничего не надо. Лишь бы что-то хорошее хочется делать. Стоит ли приучать управляющие компании к тому, что вы все будете делать самостоятельно, без их участия? Это уже совсем другая история. Понятно одно – активность Мавлуда Мавлудова – это не только хороший пример для подражания, но еще и напоминание, что начинать надо в первую очередь с себя. Патимат Ханапова, Месиду Магомедова, Шахрудин Халидов, новости ННТ, Дербент.